Всем привет! Александр Шлеменко рассказал, что у него не настолько теплые отношения с Магомедом Исмаиловым, чтобы он отказывался от их поединка. По мнению Шлеменко, его с Исмаиловым объединяют некоторые жизненные принципы, но при этом он подчеркивает, что их нельзя назвать друзьями. «Мы с Магой виделись в жизни два раза», – заявил Шлеменко. «Вот и смотрите, насколько мы с ним хорошо знакомы. Мы с ним не друзья. Если человек согласился со мной драться, то какой он мне друг?» Вот и все. Поэтому никаких здесь дружеских отношений. Да, Мага схож со мной в том, что старается в большей степени выступать за традиционные правильные ценности, и у него уклон в юмористическом направлении. Вот такое заявление Александра Шлеменко. Ну а я вам напомню, что Шлеменко и Исмаилов проведут бой летом 2022 года в лиге RCC.